знаете, это на самом деле большой международный форум, это праздник для всех белорусов. И вот в Жлобине не было до этого мероприятия отделения самбо, но оно обязательно будет, уже согласовано. И я думаю, что после такого праздника очень много будет желающих, и у нас в будущем будет хороший резерв. Это просто невероятно. Трибуны. И самое интересное, что они белорусов поддерживают, это естественно, да. Но они же болеют даже за других ребят, с других стран. И это на самом деле Беларусь дружная страна, и это ощущается вот здесь. Как сейчас будет подготовка складываться? Что планируете? Пока будем зализывать раны, разбирать ошибки. Ну и дальше все планомерно. В рабочем порядке будем готовиться к чемпионату мира.